Живем мы недалеко от биржи. Вот на этой площади она находится, где стоит памятник. И вот это вот наша гостиничка с рестораном. Заходим вот сюда, вот узенький проходик. Такой вот дворик со странным ресторантом. Ну вот это вот вход в нашу гостиницу. Решетка открывается. Решетка закрывается. Ой. Заходим в первую дверь. Она у нас закрывается. И во вторую дверь. Вот тут у нас какой-то знакомый эстонцы. Такие вот прикольные замочки тут. Первая дверь — это у нас туалет-ванная с душевой кабинкой. Вторая дверь — это у нас кухонька со всякими тут вкусностями. Ну, такая попроще, чем в Химосе, но тоже, в общем-то, все есть. Потом спальня с окошечком и зал. С романтическим домом из окна. Улица находится в ремонте, но это тоже старый город, который с этой стороны уходит в гору, а с этой стороны уходит на реку. Там река где-то бурлит. Но нам сказали, очень сильно извинялись, сказали, что сейчас тут ничего не делается. Телевизор, креслица, диванчик, девушка с интернетом. Разруха, потому что все складывается обратно в чемоданчик.